главные звезды страны, те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями. Родион Газманов появляется на страницах Дни.ру регулярно, он делает грамотные обзоры новинок мирового автопрома. Кроме того, читателям было интересно узнать позицию молодого артиста по различным событиям и явлениям, например, после взрыва в питерском метро Родион размышлял о том, нужно ли артистам отменять концерт в день скорби, а в июне Газманов через Дни.ру пообещал коньяк украинским экстремистам. Дело в том, что после попадания в список врагов Украины, приглашение выступить с концертом в Крыму выросло в разы. Родиона буквально атакуют промоутеры. Я получил много предложений на второй летний тур и даже готов передать бутылку коньяка экстремистскому сайту «Миротворец» за такую рекламу, смеется певец.